Громкое убийство хореографа Натальи Прониной, расстрелянной в конце декабря прошлого года на Профсоюзной улице, раскрыли столичные сыщики. В эффектной женщины было много поклонников, и следователи сразу нащупали любовный мотив. Как стало известно, полтора месяца усиленных поисков принесли свои результаты. Совместными усилиями следователей столичного управления и оперативным сотрудникам подразделения уголовного розыска были задержаны подозреваемые, причастные к убийству 30-летней Прониной. Всего их 5 человек. По некоторым данным, заказчиком была женщина. Оперативники вышли на подозреваемых благодаря проведенным исследованиям, покидая место совершения преступления. Нападавший выбросил орудие убийства, оставив на нем генетические следы. Эти следы удалось идентифицировать экспертам СК России. В ходе обысков изъято оружие и боеприпасы. В настоящее время все соучастники доставлены в СК по ЮЗАО.